Здравствуйте! Сегодня с вами снова Марина Петрушенко, и мы приготовим очень вкусные, сочные котлеты. Для приготовления котлет нам потребуется 500 грамм мясного фарша, я взяла говяжий. Также нам потребуется один сладкий болгарский перец весом около 100 грамм, одна небольшая картошка примерно такого же веса, одна сладкая красная луковица тоже примерно весом около 100 грамм, две дольки чеснока, пучок зелени, укропа, петрушки и зеленого лука. В принципе, можно использовать что-то одно. Из специй я буду использовать перец чили, 1/3 чайной ложки, и соль. Мелко порежем сладкий перец. Нарезаем его достаточно мелко. Примерно такими кубиками. Также мелко нарезаем красную луковицу. Мелко порежем зелень, укроп, петрушку, лук. В принципе, для котлет можно использовать и замороженную зелень. Натрем на мелкой терке картошку. И тут же сразу же натрем чеснок на этой же мелкой терке. Теперь смешаем все ингредиенты. Фарш, овощи с зеленью, а также картофель, чеснок. Сразу же добавим 1/3 чайной ложки перца чили и чайную ложку с горкой соли. Теперь необходимо все хорошо перемешать. Вымешиваем можем сразу руками, потому что фарш мы будем отбивать еще. Сочность котлетам придаст картофель, а также овощи, лук и перец. После того, как фарш хорошо размешали, его необходимо отбить, чтобы котлеты во время жарки не распадались. То есть поднимаем и кидаем фарш. Он становится более плотным. И потом, когда мы будем формировать котлеты, они уже не распадутся. Фарш поднимаем на высоту примерно 10-15-20 сантиметров и кидаем обратно в чашку. Эту процедуру необходимо повторить 10-15 раз. Из готового фарша влажными руками сформируем котлеты и будем их жарить потом. Никакую панировку я не использую. Котлеты и так получатся сочными благодаря овощам. Руки, смоченные в воде, то есть влажные, помогут придать форму котлетам. Можно еще в руках, формируя котлетку, их слегка отбить, перекидывая из руки в руку. При желании такие котлеты можно заморозить, а потом также обжарить или приготовить на пару. В чашу мультиварки наливаем 2 столовые ложки подсолнечного масла. Выбираем меню, режим жарко, вид продукта овощи. Нажимаем старт. Ждем, когда мультиварка нагреется. Мультиварка нагрелась, отправляем обжариваться котлеты. С одной стороны, когда жарим, обжариваем при открытой крышке мультиварки. Прошло 3 минуты, котлеты переворачиваем. Прошло еще 3 минуты, будем обжаривать следующие. Теперь складываем все котлеты вместе, то есть ранее обжаренные вместе с этими. И чуть-чуть их необходимо будет протушить. Заливаем чуть-чуть горячей водой, буквально, чтобы покрывало хотя бы пол котлеты нижнего слоя. Нам необходимо, чтобы активно выделялся пар. Закрываем крышку мультиварки. Выбираем режим мультиповар. Добавим температуру 120 градусов. Уменьшим время. Десяти минут будет достаточно. Нажимаем старт. 120 градусов, 10 минут.
Если у вас нет режима мультиповар, можно использовать режим рис-крупы. Также ставите на 10 минут. Итак, 10 минут прошли. Котлетки получаются очень вкусными, сочными и ароматными. Что бы вы еще добавили в эти котлеты, пишите в комментариях. Если вам понравился рецепт, ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал. Подписывайтесь на наш семейный канал. Вступайте в группы ВКонтакте и в Одноклассники. Ссылки на все ресурсы вы найдете в описании под этим видео. Приятного аппетита и до новых встреч!